Ребёвка сложилась таким образом. Это действительно была воля жребия, что две сильнейшие пары мира завершают выступление в произвольной программе. И еще раз повторю, что напряжение мы будем находиться до самого конца, до последней секунды, до того момента, когда узнаем окончательные оценки немецкой пары четырехкратных чемпионов мира. Ну, сейчас, наверное, нет смысла даже обсуждать, вот кому более выгодно такой расклад, кому выгоднее выступать первыми.
Потрясающе.